на турнире UFC 267 состоялось возвращение Хамзата Чимаева в клетку после годового отсутствия. Напомню, что боец стал главным открытием 2020 года, где одержал 3 досрочные победы и побил несколько рекордов лиги. Сейчас бойцу противостоял, пожалуй, самый серьезный соперник – Ли Цзиньлян, который располагается на 11-й строчке рейтинга. Любые опасения, которые возникли у Хамзата Чимаева после шаткого взвешивания на UFC 267, были решены, когда он разгромил Ли Цзиньляна в первом раунде. Боец продемонстрировал нереальный уровень борьбы, и Ди-класс тем самым в очередной раз оправдал хайп вокруг себя. Вот что бойцы сказали о его возвращении. Даниэль Кормье: «Черт, я не могу поверить, что Хамзат удушил троих соперников». Алжимайн Стерлинг: «Обалдеть, это один из самых жестких чуваков в 170 фунтах, очень впечатляет». Алан Джубан: «Вот это жесть, настолько впечатляющий, и снова до него не коснулись». Кенни Флориан: «Ну что ж, он его размазал». Винс Моралес: «Черт, Хамзат реально крут, сумасшествие». Доминик Круз: «Бои Чимаева всегда являются доминирующим зрелищем, на этот раз только с нереальным контролем и всего лишь одним ударом, он делает это очень просто». Майк Перри: «Отличная работа, Хамзат Чимаев, забудь эту борьбу, я боксирую, детка». Друзья, как вам выступление Хамзата Чимаева и с кем бы вы хотели увидеть его следующий бой, пишите в комментарии. Также не забывайте поддерживать выпуск лайком и подписываться на мой канал. Всем пока и удачи!